вечерние окна домов. За каждым из них своя жизнь, своя маленькая вселенная. Кто-то смотрит телевизор, кто-то готовится ко сну, кто-то ругается, а кто-то, наоборот, только помирился. Все помнят трогательную сцену из фильма «Любовь и голуби». Главный герой заглядывает в окна своего дома, зная, что путь туда, к теплу и свету, ему заказан. Подобный эпизод случился и в нашей истории.